хп, хп. А, сейчас все в дизов играют. Уж обычная армия бесполезная у протоса. Приходится. Ну, юнита, который может без грейдов хоть что-то сделать, играть. Началось. Не совсем, но началось. У нас более продуманная будет страта, чем та. Тосы, ну, они как бы всегда были слабые, как я говорил. Просто, ну, не все это воспринимали. Вот, но как этот. Как ребята начали обузить свои расы правильно, да, то есть появились рейнеры всякие и прочие ребята, которые способны свою расу сделать жестко. И немножко пробафали Террана. Вот, вот эти две вещи, они, в принципе... собрались в классную штуку. А что это он так... Что за разведки вообще у него? Так. Посмотрим, посмотрим, кто будет мощнее. Но он собрался убивать Сецеху. Все, он проиграл. Так. Так.
О! Чизерская война просто! О! Это нереальная дичь. Посмотрите на эту карту, что происходит. Она вся сине-красная. Это просто вызывайте полицию. У-у-у. Вот это я понимаю каточки, да? Типа, это серьезные разборки в алмазике. Это вот просто опа, один, опа, второй, и все. И понеслась. Это разборки по-питерски. По-чизерски, ну. Будет знать, что можно немножко его левее ставить, и было бы нормально. Еще газы начал добывать. Это два барака в мех, походу. Вообще, какие разборы просто. Смотрите, как зеркально мы перелетаем просто. Но его самая главная ошибка, что он даже не пытался со мной меситься. Его попытка была только убить барака. Это все глупо. Вот это вот разборка по-питерски. Стойте, стойте. Я знаю, этот ролик выйдет, короче. Этот ролик выйдет, я думаю, отдельно. Тем, кто не успел увидеть на стриме. И мы назовем это вот так вот. Разборки по-питерски, да? Просто, ну, в честь этого великого мема. Вот просто вот такая вот. Вот скриншотите. Это просто это разборки. Мы поставили по зданию и просто вот месимся. Ну, кто кого, давай. Да, кого ты выпускаешь? Марик, я выпускаю тебя! Ну, как в покемонах, ну, вы знаете, да? Ну, тут выходит вот такой. И он начинает бить сплэшем по бараку. Это КПД. Это КПД очень высокая просто получается у юнита. Вот, попытка в мины, конечно, хорошая, но увы. Увы. Ух!